Природа не создавала нас для того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми людьми. Вот. У нее же ее собственные цели, а не наши, не отдельного человека или там, биологического существа. Она интересуется какими-то своими общими законами. И чем мы более несчастны, тем мы, соответственно, более деятельны. Потому что если мы счастливы, мы сидим в удовольствии, все, дурака валяем. Вот. А она говорит, ну, будешь тревожиться, будешь вот это вот биться в конвульсиях и что-нибудь нашарашишь. И в этом смысле мы обречены на это какое-то внутреннее напряжение, с которым должны научиться взаимодействовать, которые должны научиться направлять на конструктивное русло. А для этого нам нужно знать, как работает наш мозг, как вообще возникают эти состояния. И мне кажется, это задача каждого человека разобраться с тем, как его мозг создает те психологические состояния, которые делают нас, с одной стороны, или вводят в состояние дискомфорта, а с другой стороны, наоборот, улучшают наше психоэмоциональное состояние.